Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Барин. Вот у меня в нашем игровом Retro Underground произошло очередное совместное видео Sonic 513. Вот буквально слово за слово по поводу игр о приключениях Индиана Джонса на PSP. Предлагаю сначала послушать историю знакомства с этими играми, а заодно и мнение от самого Аник 512, а потом уже от меня. Итак, шалом, граждане, с вами Аник, и сегодня я хотел бы записать небольшой ролик на тему Индиана Джонса, потому что вот недавно мой новый товарищ, господин Соловьев Арчибальд, предложил совместчику записать на какую-нибудь произвольную тему. Среди произвольных тем он предложил Индиану Джонса и Джеймса Бонда. Но так вышло смешно, что на данный конкретный момент из игр про Индиану Джонса у меня есть всего две. В принципе, я когда-то даже думал сам что-то писануть на тему Индиана Джонса, что-то типа того, что сынуля, прежде чем сыграть в ящик, ты должен сделать следующее. То есть посмотреть трилогию фильмов про Индиану Джонса. В принципе, принято ругать «Королевство хрустального черепа», но я считаю, что не настолько говенный фильм, нормальный, посмотреть можно. И вот как бы в том ролике я хотел подытожить, что если хочешь поиграть в какую-нибудь игру про Индиану Джонса, то рекомендую тебе всего, наверное, парочку игр. Это Young Indiana Jones на NES, естественно. Indiana Jones Greatest Adventures на Super Nintendo, которая занудная, как на самом деле. Вообще, но там график прикольный для 16-битных консолей. И, естественно, Indiana Jones и Emperor's Tomb, который у меня куплен в GOG, по-моему, или в Steam за какие-то копейки. Вообще, он там 29 рублей мне, по-моему, обошелся. Идеальная цена. Ну, кстати говоря, вот я его хочу себе на PlayStation 2. Потому что, боюсь, рано или поздно НАТО обрубит нам и GOG, и Steam, и ВК, и Одноклассников отключит. Непременно отключит Одноклассников. С недавних пор я начал снова собирать коллекцию игр на PSP. Видите, какого она игривого у меня цвета. Мне его подарил мой добрый товарищ, стример-проповедник. Кстати, рекомендую вам посмотреть какие-нибудь его стримы. В общем, я специально подобрал такой чехольчик, чтобы эта консолька выглядела максимально, так сказать, чтобы смущать граждан в маршрутках Москва-Балашиха. Наверное, когда-нибудь меня прям по дороге домой кто-нибудь обоссыт. И вот, значит, в Авито как-то раз я большим лотом покупал игры для PlayStation Portable, и там этот который мне их продал, маленький какой-то мальчик, продал мне там за 1000 рублей большую, короче, сумку практически этих вот игр для PSP. И фишка была в том, что я думал, ну ладно, там половина из них мне не нужна, но возьму хотя бы ради боксов. То вот у меня есть какие-то ломаные боксы, я вот поменяю эти там свои старые ломаные, выкину, эти возьму. Как оказалось, это просто... Я не знаю, где он эти диски нашел. Вот я не понимаю, почему дети так относятся... Вот даже нет, тут, наверное, надо стоит сделать некоторое отступление, что вот есть большая разница между тем, чтобы скачать вот на эту штуку игру какую-нибудь, например, вот эту Индиана Джонс. Вот эта игра, на самом деле, говно. Но одно дело, если ты ее скачал, ты поиграл в эту игру минут 15, понял, что это говно, и подумаешь, тут я еще таких игр могу накачать миллион. И вот тратить свое время драгоценное на то, чтобы играть именно в это говно, просто как-то глупо. И вот поэтому ты играешь в нее там минут 15-20 и как бы не даешь игре шанса раскрыться. И бросаешь ее, качаешь что-нибудь другое, что-нибудь нормальное, типа Manhunt 2 или там, не знаю. Совсем другое дело, если ты купил себе эту игру, даже если ты заплатил за нее там 150 рублей, или, не знаю, 200. И ты думаешь, блин, за эти 200 рублей я мог купить что-то другое. Ну, берешь эту игру, она вроде как, может быть, так себе, ну, так вот у нее, опа, мануальчик есть. Можешь он там пойти посрать. Думаешь, что взять с собой дорожку? Телефон потупить или вот мануальчик разглядеть? Картиночки. Ничего себе, просто тут любопытно, любопытно, черт возьми. Это любопытство, оно в тебе формируется, меняет твое отношение к этой игре. Вот картинка вот интересная. Диана Джонс там кого-то бьет по рылу кнутом. Никогда не били меня кнутом, но однажды... Я никого не бил кнутом, но однажды я, короче, этим... Как это, кожух называется, что ли? Короче, ремень резиновый от какого-то мотора, он порван был. Я как-то раз своего троюродного брата... Я впервые видел, как у человека, он как бы что-то белеет, и у него слезы начинают течь молча. То есть он не мог дышать, и у него от боли просто потекли слезы. Думал, что если кнутом треснуть, будет ничуть не хуже. Короче, и это все в тебе как-то интересует, ну, как бы формирует иное впечатление от игры, даже если она, ну, средненькая. То есть вот что я могу сказать про эту игру?
Кстати говоря, я боялся, что на PlayStation 2, она же там тоже есть, что она там такая же. Я думал, надо было на PlayStation 2 пускать вот такой кал, если там есть Emperor's Tomb, он... А вот это... Наверное, в чем-то это прям идеальная для портатива игра, по задумкам авторов. То есть здесь все уровни, не знаю, там штук 15-20, так вот сходу не скажу, и они все проходятся за 2-3 минуты. То есть там весь уровень, он, как правило, может быть сосредоточен в одной небольшой комнате, и у тебя там какие-то задачки, буквально там, не знаю, рычаг дернуть или что-то такое. Ну и где-то какие-то поездки, там поездки тоже примитивные. Ты ничем не рулишь, просто должен порой одну единственную кнопку нажимать. Вернее, там есть вариации с трех кнопок, когда там типа присесть, другая там что-то выстрелить, а третья выстрелить в что-то, что там уничтожить твоего оппонента с одного выстрела. Но тем не менее, едешь там в метро между станциями, пока станцию проехал, уровень прошел. Ну там можно позапариваться, какие-то апгрейды пооткрывать, потому что без апгрейдов здесь вот очень херовая боевая система, меня раздражающая, что здесь вот это типа как битэмап. И здесь надо долго и мучительно мутузить противников, они живучие, зараза. Причем вот противник такой кривой, как бы он воспринимается как-то не очень отзывчиво, этот Индиана Джонс, он такой двигается как-то с трудом, как пенсионер. Вот сейчас, кстати, скоро должен выйти новый фильм, значит, про Индиану Джонса, где его будет играть снова Харрисон Форд, которому на минуточку уже 80 лет. Вот этот вот дед, он уже передвигается уже на, не знаю... Не, ну хотя он так вот бодрый, вроде его показывают, где-то он там бегает, как Олег Газманов. Но с другой стороны, у него же, наверное, какие-то же болячки нехорошие, там, может, он там сыт, не знаю. И там, так они говорят забавно, что там Индиана, Харрисон Форд подписался на новую какую-то там трилогию, или новый фильм из вселенной «Звездные войны». Как амбициозно это в его возрасте. У тебя каждый день может быть последний. Ты каждый раз, когда ложишься спать, не знаешь, проснешься ты или нет. Даже уже в моем возрасте ты уже начинаешь сомневаться порой. То есть я вот тут недавно заболел и думал, ну, вообще, что это такое? А этот чувак подписывается на «Звездные войны». То есть он съемка этого фильма может занять там год. Это не то, что вот этот вот Брюс Уиллис в новых фильмах своих снимается, дурацких. Он там, не знаю... 2 часа на съемках поприсутствовал, потом у нее есть там дублер, который за него ходит, там дублер, который за него разговаривает, ну, в общем, все. Еще ему там текст передают в ухо. А Харрисон Форд что-то там, типа, все-таки ходит, пытается, короче. Ну, в общем, что могу сказать? Тут долгих мулят жизни, но очень амбициозно, как по мне. Короче, что я хотел про это вот добавить? Ну, в общем... Игрушка так себе, особенно под конец там раздражает, что-то там такие, типа, задачка. Вот небольшая, вот небольшой уровень, как и все они небольшие. И там просто надо, например, не знаю, дернуть 2 рычага. Ну или 1 рычаг. И в то же самое время игра бесконечно тебе респит противников там по 2-3. Причем каждого из них надо сбивать довольно мучительно. И вот просто это вот тебя утомляет, что ты тут должен там подбежать к одному рычагу что-нибудь там дернуть, пока они тебя отвлекают от этой битвы. Потом еще отбежать какой-нибудь там покрутить, какую-то круглую хуйню. Это все совмещено с так себе битэмапом. Но, тем не менее, на физике, не знаю, я не пожалел, что она у меня есть. Вот, особенно если ее после какого-нибудь поиграешь на анбернике RG351P в какой-нибудь там Индиана Джонса Greatest Adventures, после нее начинаешь вот эту игру играть, она кажется, ух ты, прикольно. Уже забавно, кстати говоря, я вот PSP не играл уже, не знаю, последняя игра, которую я играл на PSP, это было году, это к 2007, может быть, то есть уже прошло 15 лет. И вот спустя 15 лет первая игра, которую я решил выбрать, чтобы поиграть PSP, это Индиана Джонс. Не God of War и не God of War, а Индиана Джонс. Ну, просто как бы я подумал, почему бы и нет, в конце концов. В общем, и вот хотелось бы сказать про этого чувака, который продал мне этих дисков. Вот тот, тут, наверное, будет не видно. Попробуем. Короче, вот здесь вот пленка вся съеженная. Не знаю, как это вообще, как он добился такого результата, ублюдок и школьник. Вот когда человеку за бесплатно достаются вещи, у него не возникает к нему бережного отношения. То есть, вот, я не знаю, видимо, ему подарили эту PSP, ну, то не эту, а вот какую-то PSP и кучу дисков. Ему не приходилось там без троек учиться, чтобы этот диск получить, что вот просто вот... И он не парился, гнида. И поэтому вот этот диск, такое ощущение, что он... То ли он под дождем пролежал полгода, то ли он, наоборот, где-то пролежал рядом с плитой газовой, и вот он поплавился весь. Но вот здесь он весь какими-то такими пошел рудиментами. Ну,
Не знаю, фиг с ним, короче, пусть будет. В принципе, учитывая, что это Индиана Джонс. О, во, видите, как вены такие проступили. У меня на гениталиях похожие вены, или на это. О, во, вот, видно. На варикоз на мой похож на ногах, точно. Короче. И вот я, значит, оживил в памяти воспоминания об этой игре, потому что я ее когда-то проходил. Причем я еще сомневался, я ее проходил на PSP или на DS, потому что на DS она у меня тоже была. И я помню, что на DS она была еще хуже. Она была вообще... Вот, я решил, что ладно, сейчас я поиграю в другую игру про Индиана Джонса, которая, скорее всего, мне понравится, потому что, как оказалось, мне нравятся игры из серии Лего что-нибудь там. Лего... Я их всегда брезговал, эту хуйню. И вдруг я прошел Лего Бэтмен 2, и оказалось прикольно. И после Лего Бэтмен 2 я прошел сразу Лего Властелин Колец, по-моему, Лего Хоббит, Лего еще какую-то хуйню. Короче, в целом оказалось Лего прикольнее. Самое хуйня — это Лего... Лего Парк Юрского периода. И я, короче, по этому поводу решил, у этого же чувака была вот эта игра. То есть там такой лот был, там игр, наверное, штук 10, все какой-то кал мерзкий. И среди них, я думаю, ну вот, есть штуки 3-4, которые мне действительно нужны, нравятся. Вот это вот, вот была одна из них. Я думаю, ну вот, хотя бы ради нее куплю. Естественно, мануала тут никакого нет. Ну это просто, чтобы дополнительный, так сказать, порадовать меня. Но самое прикольное дальше. Короче, я не знаю, что этот хер с ними делал. Вот, вы видите, вот это вот, что за... Вот это вот, что это, что это, куча, что это за... То есть, этот... Он такое ощущение, что специально пальцем оставлял отпечатки по всему диску, вот так вот, по кругу. То есть, этот хер реально, что ли, задался целью, что ли, вот это так изгадить мне... То есть вот это вот, это в чем она измазана? Это в чем? В какой-то замазке, что ли? Святый Боже! Что это? Что это, блядь? Рядовой куча! Что это, рядовой куча? Рудимент давно минувших дней предания старины глубокой. Выкапываешь из говна вот этот диск, из говна какого-то школьника, которому досталось PSP, поэтому он к ней... не испытывает никакого почтения, и вот ты должен каким-то образом еще ее оживить, чтобы эту игру запустить и поиграть. Кстати, давайте попробуем этим и займемся, наверное. У меня есть тряпка обувная, которую я иногда так себе мои замшевые ботинки прочищаю. И у меня есть это средство от коронавируса, зарекомендовавшее себя в боях. Оно мне, знаете, чем нравилось, короче? Когда я бухал. На работе-то бухать нельзя, но зато если ты, короче, там немножко бухнешь, вот это вот набрызгаешься, ты идешь, типа, для меня. Это я вот эта вот штука, вот от меня пахнет. Я уже прям сюда брызгаю. Хуже, мне кажется, это не будет. А вдруг это вот он специально, прежде чем вот передать вот эту дрянь, дребедень, вот специально сидел и пачкал это, то есть... Надо, наверное, еще вот пока этот... Что я еще у него приобрел? Там же было, вот в этом лоте огромном. Там еще был Assassin's Creed Bloodlines, без коробочки. Вернее, он был даже не без коробочки. Там была, короче, коробка с Принцем Персии Rival Sword, с мануалом. Причем коробочка, ну, в хорошем состоянии. Но был другой диск. То есть там был вот Принц Персии. В этом есть какая-то вот своя ирония. Поскольку мы знаем, что Assassin's Creed 1 отчасти является игрой, выросшей из Принца, то вот забавно, что вот у него прям можно было наглядно посмотреть. Значит, я не помню, вот эта игра у него была или нет, но вот она даже с мануалом, полнокомплектной, даже, наверное, не знаю, чуть не похвалил раньше времени. Короче, вообще, вот она у меня лежит, играть я в нее никогда не буду. Хотя, не знаю, хорошая, плохая. Вот. Еще там была у него игра Crash, что-то Mindlover Mutant. Ну, состояние более-менее, но без мануала, без коробочки, без всего. Я не понимаю, почему эти люди хранят без коробочек. То есть, ну, вот что тебе коробочка мешает. Много места занимает. Коробочка от PSP. Черепашки ниндзя. Что же там интересно у нас внутри? Там внутри у нас Sonic Rivals, и мануала нет. Нет мануала, зато у нас есть две обложки для черепашек ниндзя.
Ну, на случай, если вдруг со мной что-то произойдет, то хотя бы их две. Ладно. Ну, слава тебе, Господи. Но мы продолжаем оттирать эту... От него прям отходит вот такие слои сала какого-то. Сусального золота. Прям сюда. Надо этим ферри отмывать. Точно. Прям вот ферри. Помните, такая была там эта реклама? Что-то там про мытье посуды. А кто будет мыть всю эту жирную посуду из-под шашлыков? И там такая девочка. А что же будет с моими руками? А что будет с твоим, если ты ее не помоешь? Ты черноволосая. Короче, покупать детям игры можно, если только они пройдут на детекторе лжи проверку на тему того, что будут к ним бережно относиться. Или сказать ему там, чувак, ладно, я куплю тебе это PSP, куплю там каких-то даже игр, которые ты хочешь. Но если с ними что-то произойдет, то я тебя подожгу. Потом обязательно потушу, честно, обязательно потушу, но минут полторы-две ты будешь гореть. Ну, не целиком, например, тебе подожгу плечо. Разжигован для шашлыков. Зачем я запариваюсь этим? Вот я сейчас вот чищу диск этот с вероятностью 90% не запустится. Просто убийство времени, ну не знаю. Зато приятная компания. Приятная беседа. В компании с толстяком время летит незаметно. Ну что поделать. Да, я в последнее время не в форме. И что теперь? Что мне сделать? Это он, по-моему, вообще треснутый даже. Да, и, значит, коробочки. Насчет того, что я думал, что я их заменю. Все коробочки покоцанные, что... Такое ощущение, что, не знаю, что ими играли в хоккей. По паркету ездили на коньках, на них же причем катались и прямо вот играли в хоккей. Чувак, я не поленюсь нахер в Авито найти нашу пересылку и написать тебе, что ты просто. Так, ладно, пробуем. 10 смертям не бывать, одной не миновать, даже это, если смерть моей любимой консольки PSP, которую мне подарил, напомню, стример-проповедник. Я прям волнуюсь. Кстати говоря, это третий UMD-диск, который я в своей жизни вообще вставляю в PSP. Никогда не пользовался такой хренотой. Произойдет ли чудо? Что-то мне сдается, чудо не произошло. Итак, дорогие друзья, что я могу дополнить по данной теме? Во-первых, кроме фильмов про доктора Джонса, советую вам почитать их новелизации. Всего известны несколько изданий. От издательства Лик, апрель 1993 года, «Индиана Джонс в поисках пропавшего ковчега» Кэмпбелла Блэка в переводе Зои Алексеевны Светогоровой. И самой, на мой взгляд, красивой обложкой из всех книг про Индиану Джонса на русском языке, сделанную художником Владимиром Румянцевым. Ну, я могу сказать точно, что это было до 93-го года. В 92-м я ушла из академии, где преподавала русский как иностранный, иностранцам. Все флаги в гости будут к нам на военно-морской академии у нас в Петербурге на Черной речке. Ну, хорошо, я ушла в свободное плавание как преподаватель языков, которые я знаю, и как переводчик. Ну, и на меня вышел молодой человек, позвонил, поинтересовался, могу ли я взять перевод, принес. По-моему, это все-таки была ксерокопия или как, да? Но так. И сказал, что за это было перед Новым годом точно, у всех людей праздники. Ну и нужно было примерно за 2 недели перевести этот прекрасный роман, это прекрасное произведение. Вот и все перевела. Затем издание от издательства «Микап». Июнь 1993 года. «Индиана Джонс», где кроме новелизации «Охотники за потерянным ковчегом» вошла и новелизация фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» от Роба Макгрегора. Оба романа были переведены на «Великий и могучий» неизвестным переводчиком. А в июле 1993 года вышло самое известное издание новелизации «Искатели потерянного ковчега» и «Последний крестовый поход» от издательства
Лейсма Системс в переводе Воробьева в рамках книжной серии «Бестселлеры Голливуда». И уже в 1994 году на русском языке вышла единственная известная новелизация «Храма судьбы» за авторством Джеймса Кана под названием «Индиана Джонс и Храм Рока» от издательства «Эрика» в рамках все той же книжной серии «Бестселлеры Голливуда». Переводчиком в этот раз была некая Зарифова. И, пожалуйста, дорогие друзья, не ведитесь на все три романа в одном переплете от издательства АСТ 2008 года выпуска. Там не оригинальные романы от Блэка, Кана и Макгрегора, а детские варианты новелизации фильмов от неких Райдера Витхема и Сьюзан Вейн. Почему АСТ всех так вводили в заблуждение, остается загадкой и по сей день. Хотя детские адаптации выходили в виде отдельных книг от все того же АСТ в том же самом году с указыванием оригинальных авторов в лице Витхема и Вейн. Эти произведения вполне читабельные, но рассчитаны на детей лет 12. В начале 90-х годов Роб Макгрегор пишет про приключения доктора Джонса линейку из 6 книг со сквозным сюжетом, которые, видимо, служили соединительным мостиком между телесериалом «Хроники молодого Индианы Джонса» и оригинальной кинотрилогией. Однако на русском языке издательством «Эгмонт Россия» в 1994-1995 годах были выпущены только первые 4 книги. Если кому интересно, то назывались они «Смерть в храме Аполлона», «Хоровод великанов», «Невидимый город» и «Поиски Ноевого ковчега». Скажу по себе, чтиво менее увлекательное, чем новелизации оригинальной кинотрилогии. И уже совсем для ярых поклонников Индианы Джонса. В ту же категорию отнесу и новелизацию «Королевства хрустального черепа» за авторством Джеймса Роллинса. Все-таки эта книга гораздо лучше самого фильма, но не намного. А вот серию «Молодой Индиана Джонс», насчитывающую аж 8 книг, изданных на русском языке, я не рекомендую читать никому. Непонятно для кого и зачем вообще они выходили. Также советую ознакомиться и с двумя комиксами о приключениях доктора Джонса, выпущенные на русском языке, упомянутым ранее издательством «Эгмонт Россия» в 1994-1995 годах. Первым была арка из 4 выпусков «Индиана Джонс и судьба Атлантиды», которая являлась комикс-адаптацией одноименной видеоигры от LucasArts, разработанной гейм-дизайнером Хэлом Барвудом. Вторым была арка уже из 6 выпусков под названием «Индиана Джонс и Гром на Востоке», которая являлась прямым продолжением «Судьбы Атлантиды». Эти комиксы, скорее всего, зайдут не всем, однако своего читателя найдут. Но сейчас разговор не о книгах и комиксах вовсе. Про это я подробнее расскажу в очередном выпуске своей постоянной рубрики «Читальная изба». Заодно и сделаю работу над ошибками по 6 выпуску. А вот теперь настало время поговорить об играх. Дополняя слова Аника, в списке годноты я бы записал еще «Последний крестовый поход на Денди» от компании Taito, а также 2 квеста от LucasArts – «Indiana Jones and the Last Crusade – The Graphic Adventure» и «Indiana Jones and the Fate of Atlantis – The Graphic Adventure», о которой я уже упоминал ранее. Могу еще порекомендовать «Indiana Jones and the Infernal Machine», но она точно не всем зайдет. Однако я опять отвлекся, ведь речь у нас сегодня идет о «Indiana Jones and the Staff of Kings». Итак, разработка этой игры была анонсирована еще в 2005 году и заявлена на консоли тогда нового 7-го поколения PlayStation 3 и Xbox 360. Планировалась и пастген-версия для PlayStation 2 и Nintendo Wii, а также портативные версии для PSP и Nintendo DS, которые должны были сделать сторонние компании. Согласно рекламным роликам, Next Gen версия игры
использовала тогда модную технологию реалистичной физики «Эйфория», на вроде GTA 4, а также тот факт, что Джордж Лукас лично принимал участие в разработке, используя ранние черновики для сценария фильма «Охотники за потерянным ковчегом». Однако, глядя на сохранившиеся ролики от Next Gen версии, я увидел такой подвох. У Индианы Джонса не лицо Харрисона Форда. В свою очередь, это говорит о том, что у игры были проблемы с финансированием. Ведь в той же Indiana Jones and the Emperor's Tomb активно использовалась внешность Форда. Он даже разрешил оцифровать свое лицо. И вот, неожиданно разработку «Посоха королей» отменили. По одним сведениям, из-за того, что основные силы LucasArts были брошены на разработку Star Wars The Force Unleashed, по другим, из-за выхода игры Uncharted Drake's Fortune, а возможно из-за стечения обоих этих факторов. Но в 2008 году вышел фильм «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа». И как бы он ни был плох, все же денег он заработал прилично. Плюс выстрелила видеоигра «Лего Индиана Джонс The Original Adventures». В общем, об докторе Джонсе вспомнили, и на волне хайпа по четвертому фильму руководство LucasArts решает по-быстрому сделать «Посох королей» на портативке и постген-консоли. Версии игры на PlayStation 2, Nintendo Wii и Nintendo DS делала шарашка A2M, а для PSP – Amaze. Что касательно сюжета, то он во многом напоминает «Охотников за потерянным ковчегом». На дворе 1939 год. Доктор Джонс ищет по всему миру посох Моисея, тот самый, которым последний море раздвигал. И руки не опускай. Сукин ты сын, подонок. Пожить не дадут бедному еврею. Разумеется, нашему бравому археологу мешает все, кому не лень, включая нацистов во главе с бывшим коллегой Индианы Джонса Магнусом Воллером. Для всех версий игры сюжет одинаковый, разница только в деталях. Так, например, в PlayStation 2 Wii-версии есть уровень в Судане, на котором можно даже полетать на самолете. А в DS-версии игры есть эксклюзивный уровень в Париже. PSP же версия не может похвастаться какими-то дополнительными локациями, но в ней лучше раскрывается история взаимоотношений доктора Джонса и Магнуса Воллера. Также перед каждым уровнем показаны дневниковые записи нашего бравого археолога. И раз речь зашла о PSP-версии, то я расскажу сначала, как она у меня появилась. Свою копию игры Indiana Jones and the Staff of Kings для PlayStation Portable я заказывал на eBay где-то в 2013 году. До этого я уже успел пройти ее ломаную версию. И как ярый поклонник доктора Джонса, решил приобрести «Посох королей» на физическом носителе. Расскажу о своих впечатлениях об игре, точнее то, что меня в ней смутило. Во-первых, Индиана Джонс за всю игру переодевается всего два раза. Большую часть уровней он бегает в одной рубашке. Только в Непале он одевается в куртку, но ненадолго, после чего доктор Джонс начинает бегать по снегу опять в рубашке. Помнится, за все прохождение гробницы Императора он переодевался раза четыре. Индиана Джонс не может поднимать огнестрельное оружие врагов. Но судя по тому, как оно из них выпадает, есть подозрение, что изначально такая функция в игре все же планировалась. У нашего бравого археолога всего 6 зарядов в револьвере, так что на уровне надо применять их с умом, ибо заряды не восполняются никак, исключая только стрелковые этапы, будь то трамвай в Сан-Франциско или слон в Стамбуле, где доктору Джонсу надо будет отстреливаться от преследователей, будь они на машинах или мотоциклах.
Что-то подобное было и в гробнице императора, но в посохе королей эти секции сделаны от третьего лица. Боевая система претерпела ряд изменений, но драка подручными предметами осталась и даже стала более жизненно необходимой, ввиду ограниченности боезапаса огнестрельного оружия. Вот в принципе и все, что я могу дополнить по PSP-версии данной игры. Обсуждая Sonic 513 идею для этого видео, он предложил мне рассмотреть PlayStation 2 Wii-версию. Что я могу сказать? Первое, что бросилось мне в глаза, у Индианы Джонса отсутствует его наплечная сумка. Хотя, видимо, изначально она предполагалась. Так, например, на первом уровне в Судане доктор Джонс убирает добытого им идола куда-то себе в бок. Просто так стрелять теперь нельзя. Есть определенные стрелковые этапы, в которых наш бравый археолог отстреливает супостатов наподобие игры Time Crisis. Музыки своей в игре нет, от слова совсем. Везде звучат музыкальные темы Джона Уильямса из оригинальной кинотрилогии. Помнится, в той же гробнице императора был свой оригинальный саундтрек от Клинта Бажакьяна. Аптечки отсутствуют как класс. Единственный способ вылечить Индиану Джонса – дойти до следующего чекпоинта, где ему автоматически восстановят здоровье. Отметим же достоинства. У доктора Джонса рвется и пачкается его рубашка. Версия для PlayStation 2 поддерживает разрешение 16:9. А в Wii-версии открывается как бонус игра «Судьба Атлантиды». Тем не менее, мне Wii-версия понравилась гораздо меньше аналогичной на PlayStation 2. И тут несколько причин. Во-первых, как на PlayStation 2 были реализованы загрузки. Доктор Джонс погибал, потом включалась анимация, как он подбирает свою шляпу с земли. И пока эта анимация шла, автоматически подзагружался уровень. В Wii-версии сначала загружается уровень, а потом уже включается эта анимация. Также в Wii-версии есть что-то вроде нудного обучения, где объясняется, как и что в этой игре делать. Притом, фактически про любое действие. Но вот когда мне нужна была действительно эта помощь, в том месте, где надо летать на самолете, мне просто показали картинку с управлением, ни слова не сказав и больше ничего не объясняя. На PlayStation 2 я прошел этот этап со второй попытки, на Wii мучился целый час. И вообще, в Wii-версии очень специфичное управление, к которому я долго привыкал. Единственное, что стрелять тут и правда весело. Притом непонятно, почему в Wii-версии не было возможности использовать Classic Controller. Получается, вместо того, чтобы сделать одну хорошую игру про Индиану Джонса, LucasArts сделали две достаточно средние. Притом за них отвечали сторонние студии. Что-то хорошо получилось в PSP-версии, но хуже в PlayStation 2 Wii-версии. Что-то наоборот. Поэтому Indiana Jones and the Staff of Kings в версии для PlayStation 2 и Wii могу рекомендовать только ярым поклонникам Индианы Джонса. Остальным она может просто не зайти. Да и достоинств у нее не так-то много. Лично мне та же PSP-версия зашла куда больше. Но и у нее своих проблем хватает. Однако, как развлечение в дороге, самое то. Тут я полностью солидарен с Саником. Но если у вас есть PlayStation 2, оригинальный Xbox или ПК, советую вам обзавестись игрой Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Она, поверьте, этого стоит. Буквально пара слов по поводу LEGO игр. LEGO Indiana Jones 2 The Adventure Continues у меня только на PlayStation 3. Поэтому про ее PSP-порт ничего сказать не могу.
что касается LEGO Indiana Jones The Original Adventure, то ее PSP-порт является максимально полным. Даже можно играть вдвоем, если есть модель с Wi-Fi. Ничего нигде не вырезано и не сокращено, но из-за этого сильно пострадала графика. Также в этой версии игры очень длинные загрузки и долго подзагружаются катсцены. Я сначала думал, что у меня зависло PSP, но выяснилось, что это особенности самого порта. Собственно, это все, что я хотел сказать. С вами был Барин, всех с наступающим Новым годом и Рождеством. До новых встреч, дорогие друзья, уже в новом году. Так прощаются в Австрии. А так прощаются в Германии, доктор Джонс. Австрийские обычаи мне нравятся больше. Мне тоже. Опять задрот свои игры играешь. Это Индиана Джонс, женщина, ты ничего не понимаешь. Лучше бы по дому что-то делал. А я что, не делаю? Нет, ты только свои игры задришь. Чего я свои игры? Свои игры только задришь.